Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулу Аллах. Ашхаду анна Мухаммадан расулу Аллах. Хайя аля сала. Хайя аля сала. Хайя аля фала. Хайя аля фала. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. Бүтүн адамдарга кужа болгон Аллаху Таалага хамд сүннөрүбүз, мактауларыбыз болсо айт. Аны сүйүктүү пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын саламга күңүлдөрүбүздүн түрлөрүнөн салап саламдарыбыз, хайр салам дуалары барып турса айт. Шулай кыяматка кадар пайгамбарыбыз артынан ярып барышы бандаларга Аллахнын сәламнәре ва баракатлары булса иде. Шулай ук Аллахнын хузурунда улы булган телләребезгә ансат булган кәлимә шәһадәт кәлимәләрен бергә шуфатлы күргәннәргә тәкрар белмәгәннәргә өйрәнү булыр иншаллах. Әшһәду ан ла илаха илляллах. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم زورنا إرشيزي بسيد الأيام جمعة نترمى كتاب الجنة قدر شربس Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вся наша хвала одному лишь Аллаху, Господу всех миров.
Наше приветствие от всего сердца его любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Верующие братья, которые пришли на молитву в день Джума, благовеление Аллаху, ассаляму алейкум, вахматуллахи баракатух. Альхамдулиллях, иллази джа'аля салата аль-джума итими шаари ислам. Вафарадаха аля уммати Мухаммадин алейхи салату ассалям. Литакуна мукафиратан лиззунуби ва мутахиратан лил-асам. Нашхаду алла иллах иллаллах вахдаху ла шарика ла. Аль-лази юкриму аль-му'минина валь-му'минати бирукьяти джамалин фиддари ассалям. Ванашхаду анна сайдана васанадана. ومولانا محمد عبده ورسوله المبعوث بالدعوة إلى الدار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وبضرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموتى وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من داهن نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها صدق رسول الله. Дорогие братья, дорогие единоверцы, иншаллах, сегодня наша проповедь будет посвящена необходимости образа жизни, направленного на подготовку к миру вечному. В суре Аль-Мульк Всевышний Аллах говорит смысл. Он тот, кто сотворил смерть и жизнь, чтобы испытывать вас и увидеть, чьи деяния окажутся лучше. Он могущественный, прощающий. Из изречения всемогущего Аллаха стоит понимать, что смерть и жизнь сотворены, дабы испытать человека. Чьи деяния окажутся лучше, дабы показать, что мирская жизнь, которая дана ему, является средством для обретения жизни вечной. То есть эта жизнь дана для чего? Чтобы человек обрел вечную жизнь, либо в раю, либо в аду. А также в другом священном аяте говорится смысл. О люди, воистину обещание Аллаха истинно. Пусть не обольщает вас мирская жизнь, и пусть соблазнитель шайтан не обольщает вас относительно Аллаха. В толковании этого аята говорится: поистине, как бы то ни было, настанет вечная жизнь, которая станет наказанием или наградой. В таком случае пусть мирская жизнь не обольщает вас. И не говорите: будем наслаждаться жизнью сейчас, а завтра будь что будет. Погрузившись в мирское, не забывайте духовных обязанностей, предписанных вам
Всевышним Аллахом. Не жертвуйте вечной жизнью ради мирской. Поскольку мирская жизнь кончится быстро, как сон, и настанет вечная жизнь. Подобно тому, как мимолетно проходит молодость и наступает старость. Также будьте осторожны с тем, что проклятый шайтан наущает вам о Всевышнем Аллахе, то есть склоняет к греху, неразумности, бездействию и использует не во благо ваши деяния, говоря, что Аллах щедрый, Аллах прощающий, милосердный, Он за все поручится. В своей сущности Он таков, но понимать Его только таким означает не чувствовать страха перед Аллахом, а значит лишиться тех благ, которые Он обещал своим праведным рабам. Благословенный пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в священном хадисе наставляет: разумный человек – это тот, кто опускается в смиренности и совершает благодеяния ради жизни вечной. А слабый человек – тот, кто питает надежду на Аллаха, но при этом подчинил себе мирским желаниям. Что говорится? Разумный человек – это тот, кто опускается, усмиряет свой нафс в смиренности и совершает благодеяние ради жизни вечной. А слабый человек – тот, кто питает надежду на Аллаха, но при этом подчинил себя мирским желаниям. Ну ладно уж, что, меня Аллах простит. Ну ладно, я вот, когда время есть, не хожу в мечеть, иду там по своим делам, ненужным, нужным. Ладно, что уж, вместо того, чтобы тавба сделать или салават почитать, да, или Аллаха вспомнить, покурю, постою, или ненужными вещами позанимаюсь там, посплетничаю, еще что-нибудь, да? Аллах меня простит. Я же все равно мусульманин в сердце. Из всего того, что было сказано выше, мы должны понимать такую особенность. Жизнь уходит впустую. Если эта дунья проникает в сердце человека, тем самым отдаляя его от поминания Аллаха, от намаза, закята и других обязанностей, и также уходит впустую, если мешает нам обрести вечные блага, завлекая на погибель. Однако, если человек будет относиться должным образом, в первую очередь к своим духовным обязанностям, и сумеет направить мирскую жизнь для получения вечной, то в этом случае он проживет не напрасно. Людей, которые смогли направить свою жизнь в верном направлении, Всевышний Аллах в суре Нур восхваляет такими словами. Смысл: мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты закята, они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры. Вот это вот интересно. Этот вот аят я прочитал, когда готовил эту хутбу. Я 3 дня был в Казани, сегодня утром только. И я прочитал этот аят, когда готовил, ну, для Дюма, в том месте, где мусульмане занимались, ну, занимаются кафе. Я сидел, кушал, и хозяин кафе там с друзьями сидит и чересчур громко смеется, очень громко. То есть не в
входящие в рамки смех, приличия, да? Воспитанности. И мама этого, ну, хозяина, мама там стоит тоже за кассой, я так понял, это мама. И она ему по-узбекски говорит, она видит то, что хазрат смех, я сижу, кушаю. Она говорит, я, как люди говорят, ведите себя, им говорят. Я в это время этот аят читаю. Мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа не отвлекают от поминания Аллаха. То есть человек, когда занимается любыми вещами, бизнесом, там, да, делами, вещи торгует, там, кушать готовит, без разницы хоть чем. И в это время поминает Аллаха. Это же вообще, да, замечательно. Совершение намаза и выплата закята, они боятся дня, когда перевернутся сердца и взоры, то есть судного дня. Этот человек, богобоязненный человек, да? Уважаемые братья, те люди, которые стараются для жизни, следующей вечной жизни, чтобы удостоиться довольства Аллаха, подчинят этот мир себе. Каким образом? В особенности те, кто проявляет упорство, дабы спасти загробную жизнь другого человека, то есть находится на пути Аллаха, совершает земную жизнь с истинной пользой. И тут интересно, кстати, сейчас будет этот приводиться пример. А что касается тех, кто, позабыв о вечной жизни, живет только ради мирского, в итоге потеряют и первое, и второе. И эту жизнь потеряют, для которой старались, да, изо всех сил. И будущую жизнь потеряют. Почтенный хазрат Сулейман Хельмис Элистрави Кудусустиру этот момент пояснял так. Этот мир словно тень. Вот представьте, этот мир мирской, да, дунья. То, что нас завлекает, это тень. Вот представьте, это вот человеческая тень же есть, тень человека. Если человек будет стоять к солнцу лицом, подобно тому, как тень падает перед тобой. Этот мир словно тень, подобно тому, как тень падает перед тобой. То есть этот мир, этот дунья, словно тень, говорит, которая падает перед тобой. Вот эта тень, это дунья. И когда, говорит, когда ты поворачиваешься спиной к солнцу, то есть к Аллаху, да, когда спиной поворачиваешься к вечной жизни, чтобы за дунья, да, пойти, за тенью пойти, идешь, солнце сзади. Как бы ни отдалялся, не сможешь ее достигнуть. Как бы ты ни отдалялся от Аллаха в сторону дунья, ай, дунья, хочу дунья, хочу дунья, все равно никогда не будет хватает, всегда будет мало. Никогда не догонишь эту дунья. Будешь идти, тень будет идти перед тобой. Также дунья, то есть не сможешь ее достигнуть, так же и дунья, говорит, всегда будет на шаг впереди того, кто за ней последует. Однако, если человек, повернувшись, направится к солнцу, тень окажется позади и не отстанет от него. То есть, своими словами, если человек идет за мирским, за тенью, он мирской никогда ему не хватит, да? Он никогда его полностью во всем своем количестве, в размерах, которые ему хватит, он никогда не получит, сколько бы ни шел. Но отдаляется от Аллаха. А если он повернется к Аллаху лицом, тень сзади окажется, так ведь? И он будет идти к Аллаху, то есть читать намазы, все совершать, быть праведным, идти к Аллаху, то тень что будет? Идти за ним будет. Будет говорить, возьми меня, возьми. Возьми, на вот это, на вот это, на вот это. Хочешь, вот это возьми. На вот тебе хороший дом, хорошая машина, жена, красавица, да? Богатство, вот тебе, все. Дети, все, вот счастье тебе, на, пожалуйста. Хорошая семья, которая всегда тебя поддержит, всегда любит, да? Вот, на, возьми, возьми, скажет.
это что ты будешь коллабовать? Он тебе все будет давать, Дуня. На, возьми, возьми. Вот так будет. Если ты последуешь за Дуня, то что? И Дуня в итоге потеряешь, и вечную жизнь потеряешь. Имам Рабани Кудусасиру по этому поводу наставлял своих учеников такими словами. Истинно ничтожна продолжительность жизни. Истинно, говорит, ничтожна продолжительность жизни. И от этой прожитой мирской жизни почти ничего не осталось. А 40 следующей жизни, а срок следующей жизни вечен и продолжителен. Решение вечности зависит от этих считанных дней, после чего нас ждет или вечное наслаждение, или наказание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам информацию об этом именно в таком виде, без вероятности изменений. Таким образом, следует применять разум, посредством которого мы способны размышлять. Есть две категории людей, мусульман. Первая категория – это те, которые стараются на пути Аллаха. То есть те, которые делают все возможное, чтобы религия не пала. То есть, чтобы она всегда, люди ее всегда понимали в том количестве, в котором должны понимать. Чтобы не забыли некоторые моменты, да? Это что надо делать? Всегда объяснять, всегда обучать. Так это? То есть, люди, которые обучают и учатся. Вторая категория людей – это люди, мусульмане, которые занимаются обычными делами. То есть, мирскими делами. Да? Занимаются мирскими делами и не забывают быть соучастником той первой группы. Каким образом соучастником? Например, в городе строится медресе. Да? Строится медресе. Это возможность заработать мусульманам саваб. Да? Но приходит человек и говорит имам, ну, хазрату, который строит мадраса, говорит, давай, что ты вот этот, говорит, этот, ходишь, говорит, там этот, тут спрашиваешь, там спрашиваешь, ходишь, побираешься, говорит, ходишь. Давай вот мы тебе этот магазин откроем, и все деньги, которые будут идти, будут съезжать на чеки. Этот хазрат говорит, давай сейчас магазин откроем, говорит, там при мечети, естественно, при мадресе где-то в каком-то углу, да? Если мы откроем мечеть, говорит, кто будет ей заниматься, говорит, магазин, говорит, кто будет им заниматься? Он говорит, ну, ты, хазрат, будешь заниматься, там, ну, время уделишь. Он говорит, если я, говорит, этим буду заниматься, говорит, а кто будет религией заниматься? А люди, которые живут в этом городе, в судный день, которые ко мне придут и скажут, ты строил мечеть, к нам не подошел, ты к нему подошел, к этому подошел, они тебе сказали, иди отсюда, не попрошай мечеть. Ты на этом все перестал просить, до меня очередь не дошла, я хотел дать. Если бы я знал, я бы дал, я такой салат не пропустил бы мимо. Такой большой салат, да? То есть, благость. Если есть такая возможность, а если даже взять в пример нашу республику, наш город, да, где не каждый день строится мечеть, не каждый месяц строится мечеть, не каждый год строится мечеть, не каждые 10 лет строится мечеть. Когда есть возможность, и ты видишь, что я строится мечеть или мадресе, надо что делать? Насколько есть возможность стараться помочь. Что тут говорится? Человек не только должен думать о себе, но и что? О другом. То есть, даже вот тут говорится об этом. Надо что сделать? Если сам не можешь, другому скажи.
Знакомых много? Так ведь? А если сейчас мы вот тут вот сидим, человек сколько? Человек 10, да? 15. У каждого человека, если знакомого взять, сколько мы здесь будем? 1000 будем. У меня только в телефоне около 2000 контактов. Не надо думать только вот так вот, вот так вот. Не надо. Надо обширнее думать, глобальнее смотреть. Ты не можешь, другим скажи. Ты не хочешь, другим скажи. Твой нафс тебе не дает возможности, хотя возможность есть, другим скажи. А у меня не получается, зачем мне так? Вот так вот не надо. Хотя бы надо соучастником быть. Будешь соучастником, иншаллах, потянешься и туда, куда не можешь. На уроки не можешь приходить из-за своего нафса, из-за своих слабостей, каких-то возможностей, нету возможности. Надо хотя бы соучастником быть. Надо хотя бы прийти, что-то сделать. Один человек пришел, помог. Вот случай был, да? Помог просто в мадресе, пришел, там надо было что-то гвоздь заколотить. Ручки сделать надо было. Точно вспомнил. Он пришел просто ручки делать. Он не мусульманин, вообще ничего. Ну как бы, этнический мусульманин. Я башкорт, я мусульманин. Ну, пришел ручки сделать. Ручки, пока делал ручки, в раз шел. В классе урок шел. Он делал ручки в этот класс. И слушал. Вагас послушал, который шакирдам рассказывает, сказал: а можно я тоже, говорит, этот, у вас приходить послушать, говорит, интересно, говорит. У меня вот не были вопросы, говорит, некоторые, говорит, вот прямо тут хазрат, говорит, на них ответил, говорит. И все, начал приходить. Отучился, хазратом стал. Он хазратом стал, сейчас хазрат преподает сейчас на Дальнем Востоке. Главный хазрат в мадресе. Ну не знаю, хотя бы нужно себя стараться к религии привлечь каким-нибудь образом. Понимают? А, слабость, да, я не могу, я вот, ну дунья засосала меня. Вот. Охота, знаю, что там правильно, но не могу, вот там друзья, там все, давай туда-сюда. Дунья отвлекает. Хотя бы нужно как-то себя вот, потому что у каждого есть шайтан, у каждого человека есть свой шайтан. Индивидуальный шайтан есть, который постоянно восвеса делает. Постоянно что делает? Постоянно на ушко шепчет: а зачем тебе туда идти? Там время потеряешь. Лучше вот здесь, может здесь больше заработаешь, там, или больше знакомств, там, или еще что-нибудь будет, да? Польза какая-то лучше. То есть надо стараться даже вот шайтана обмануть и как-то прийти. Хотя бы прийти там, сказать: хазрат, может чем-то помочь, может что-то сделать. Может, давай я на урок зайду, давай я там этот, надо вместе быть, понимаете? Мне вот как имаму, как хазрат, то есть честно, мне вот, ну, не сложно, мне как-то, не то чтобы обидно, мне как-то горестно видеть вас один раз на джума здесь. На джума вас увижу, все, на следующий джума опять, то есть я знаю, до следующего джума опять никого не увижу. А когда тут все кипит, тут вот работа вся идет, тут такой салат, тут такой баракет, охота поделиться, охота сказать: на, возьми, это мы вместе делаем. Я же не один, я тут, тут вместе надо делать все это. Так ведь? Поэтому давайте вместе, иншаллах. Поистине самые прекрасные дни твоей жизни были полно пустыми мирскими занятиями. Они были потеряны делами, которыми довольны противники Аллаха. И осталась лишь старость, самая тяжелая пора. Поистине, самые прекрасные дни твоей жизни были
полны пустыми мирскими занятиями. Это когда человек состарится, да, и он сидит и думает, что я сделал вообще в этой жизни. Да не обязательно стариться. Даже уже 30 лет, когда исполнится, уже человек в своем рассудке, в своем разуме уже, наверное, все вопросы задает такие. 40 лет, 50 лет, а это не за горами. Если тебе 30 лет, уже вот 40 будет. Глаза не успеешь закрыть, открыть, уже 40 будет. Потом 50 будет, потом все. Готовь. Готовься, да? Поистине, самые прекрасные дни твоей жизни были полны пустыми мирскими занятиями. Они были потеряны делами, которыми довольны противники Аллаха. То есть противники Аллаха — это шайтан, да, иблис. Двухногие шайтаны тоже есть, да, которые довольны бывают тоже. И осталась лишь старость, самая тяжелая пора. Если и эти тяжкие дни мы не используем ради довольствия Аллаха, то те наши прошедшие и прекрасные дни, даже если они были нелегкие, если не восполним их, не побеспокоимся, не используем для обретения жизни вечной, если не покроем свои грехи хоть частицей благодеяния, то с каким завтра лицом мы предстанем перед нашим Господом? На что будем надеяться? До каких пор будет длиться этот сон беспечности? Когда же уберем с наших ушей эти пробки беспечности? Несомненно, с наших глаз и ушей будет снята завеса. Однако тогда уже будет нечем помочь. В наших руках будет только прибыль, состоящая из горсти, горести и сожаления. Так давайте же примемся за дело, будем вершить благое, пока мы живы. Пока мы можем, пока у нас есть возможность. Сегодня есть возможность, завтра ее нету. Да, Акбар? Помнишь? Как его звали? На чайной фабрике посреди. Как? Шухрат. Шухрат. Молодой парень. Отлично одевался. То есть на него смотришь, он как этот. Говорят же, Барби, Кент, да? Прическа там у него, все. Работает стройка там, да? Ну, поднялся сам, поднялся, молодец. Там, я не знаю, квартира, машина была у него? Но он был такой, короче, всегда. Деньги у него все вот такой красивый он был. Такой вообще ухоженный, опрятный. Ну, прям красавчик, да? 6 лет спустя прошло, встретили. Синяки, весь грязный, вонючий весь. Одежда вся грязная, ну, где-то спал, наверное, не знаю, на улице, может. Оставь его. Сегодня есть возможность, завтра ее не будет. Сегодня Аллах дает возможность, завтра заберет ее. Не надо быть беспечным. В беспечности не надо находиться, приходить в беспечности. Надо задуматься. Эта жизнь, она скоротечна. Сегодня есть возможности, завтра нету. А Аллах всегда есть. Аллах всегда защитит. Аллах всегда даст. Аллах никогда не оставит без пропитания своего раба. Не было такого за всю историю ислама. Мы когда учились в мадрасе, нам говорили, если вы будете учиться, получите знания, вы никогда не останетесь на улице. Вы никогда не останетесь голодными. Вы никогда не останетесь без чистой одежды, раздетыми. Аллах не даст. Поэтому
Аллах нам все дает и так далее, альхамдулилля. И семьи есть, и дети рождаются, и счастье, и возможность заработать, и работа есть. Так ведь? И кислородом дышим пока бесплатно. Альхамдулилля. Поэтому надо шикр делать Аллаха. Не просто так шикр, да? Шикр. Про себя там шикр сделай все. Где-то там. Нет, надо вот здесь и вместе. Вместе здесь надо шикр делать. Понятно? Я рад. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون Alhamdulillah, hamdul kamilin, wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'ziman li nabihi wa takriman li fakhamati shani sharafiya safiya. Faqal azza wa jalla min qailin muhbiran wa amiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة извинения, то, что сегодня так, ну, затянулось чуть с джумой, с хутбой. Просто тут ремонт идет. Убирались, ковры стелили. Полностью там убраться, там отнести, тут отнести, не успели, подготовиться не успели. Поэтому так затянулось. Я давление, самое главное, паровое, паровое. Тепло было все? Хорошо? Ничего, да. Аллаху Акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين تبت يدا أبي لهب وتب ما أعلى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Альхамдулиллях. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла иляха илляллах вахдаху ла шарика ля. Ляху аль-мульку ва ляху аль-хамду юхьи ва юмит ва хуа хайюль ла ямут. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات. وتبلغنا بنا أفضل الآيات من قرآن في الحياة وبعد الموت منك على كل شيء قدير. الله благодарим тебя в этот день Джума, султану всех дней. Просим тебя, чтобы наши молитвы, наши намазы, наши поклонения были одними из лучших, совершенных в этот день, и они, чтобы они принялись и рабим. Просим тебя, чтобы все наши братья, которые сегодня пришли на этот джума, которые прочитали коллективный намаз и после намаза, подняв руки, делали коллективные дуа, чтобы их семьи были счастливы, чтобы их семьи были здоровы, чтобы все бедствия и невзгоды обходили их стороной, чтобы у них была возможность создать хорошую, счастливую семью, быть в хороших отношениях со своими близкими и дальними родственниками, чтобы достичь удовольствия Всевышнего Аллаха в своих земных деяниях, земных поклонениях и неземных ярабим, чтобы все наши благие дела записались нам тысячекратном размере и записались нашим умершим арвахам, нашим умершим прошедшим поколениям. Я рабим, все умершие наши родственники, которые лежат в могиле и ждут от нас наших молитв, чтобы их могилы стали шире, ярче, светлее, наполненные твоим шифаатом, твоим нуром, чтобы они каждую пятницу видели свое место будущее, свое место в раю, чтобы могильные мучения обошли их стороной, чтобы ангелы Мункер и Накир были к ним благосклонны, чтобы наш пророк Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям был заступником за них, чтобы наш Коран Карим был заступником за них, чтобы наши благие дела были заступниками за них в судный день, чтобы они смогли стоять под тенью нашего досточтимого пророка, когда они будут в какой-то другой тени, чтобы вставшие перед тобой я Раббим, я Аллахум, чтобы, встав перед тобой, они смогли ответить правильно на твои вопросы, чтобы, взявшись за руки, они смогли зайти в рай, Фирдаус, самые высшие уровни рая, и лицезреть твою красоту и рабим. Раббана атина фиддуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Раббана вафир ли вали валидина вали муъминина яума якумул хисаб. Робби анни масанья зурру ва анта архаму рахимин. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Ла хаула ва ла куввата илля биллахи л-алийи л-азим.
بك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. Всевышний Аллах, примите наше